Меня зовут Лариса Богданова. Здравствуйте. Я из прекрасного города Риги, Латвия. Начала писать картины спонтанно где-то 3 года назад. Я понимала, что писать, как известные художники, я не смогу, образования нет соответствующего. Но любовь к живописи, ко всему новому и внутренняя потребность выражать свои мысли и настроение на холсте победили. Один прекрасный день в мастерской хорошего художника Латвии я впервые попробовала краски, а мне проснул как долгожданный художник. Я пишу маслом, постоянно изучаю всякие техники. Акрил, акварель обожаю, постоянно учусь, посещаю онлайн-курсы по живописи. Остановилась на масле, пишу больше цветы, яркие, неординарные. В основном пишу из головы от души, постоянно изучаю что-то новое, наслаждаюсь работами современных и старых художников. Люблю фотографировать, запечатляя прекрасные моменты и мгновения жизни природы. Эти постоянные наблюдения дают мне необходимость писать быстро, абстрактно и красочно.